Всех приветствую, продолжаю рассматривать картины художников, описание этих картин по замечательной книге «Великий музей мира» Франческо Гварди, мол, набережная Скьявоне и лагуна у Сан-Марк. Около 1765 года, холст масла 122 на 152. Венецианец Гварди почти все свое творчество посвятил Ведуте, изображение городских пейзажей. Главной героиней его картин была Венеция. Он часто рисовал какие-либо уголки своего любимого города и реже панорамы, подобные той, что представлена на этом полотне. На переднем плане показана лагуна с кораблями, лодками и людьми. А вдали за всей этой кипящей жизнью видны дворец Дожей, площадь Сан-Марко и Торо-дель-Орлоджо, башня с часами. И над всем раскинулось огромное небо с плывущими по нему облаками. Все три стихии, царствующие в природе – вода, земля и небо – занимают в картине Гварди главное положение. Особенностью живописи художника было еще и то, что он умел передавать влажный венецианский воздух, окутывающий здания и людей, и придающий им зыбкие, слегка плывущие очертания. Гварди хорошо знал законы пленэрной живописи, в его время мало кем постигнуты. Но вот такое описание к работе Франческо Гварди, она называется, мол, «Набережная Скьявоне, лагуна у Сан-Марко», написано около 1765 года. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.